Нет, друзья, тема такая. Подсечки и подножки. В чем их разница? Очень часто слышу, что говорят, вот я ему сделал подножку, а сами подсекают. Или говорят, вот я ему сделал подсечку, а сами сделают подножку. Все-таки есть между этими разница между этими словами или нет? И между действиями. Я считаю, что все-таки разница очень большая. Подсечка – это подсекать. Подножка – это ставить ногу, мешать передвигаться противнику дальше и уже его кидать за счет своей силы. Вот, например, возьмем, да? Пример возьмем. Коучик. Видите, я подсек его. Вот я его вытянул. Просто подсек ему. Да, подсечка. На мой взгляд. Может, это мое субъективное мнение, я этого не знаю. На мой взгляд. Или вот сосает сильку Мяша. Я просто-напросто ему взял, поставил ногу. Дальше я ему не даю передвигаться. Он бы хоть хотел бы шаг сделать, но я ему не даю передвигаться. И вот я считаю, что это все-таки подножка. Я же ему не подсек ногу. Вот, на мой взгляд, это мое субъективное мнение. Но я отталкиваюсь все-таки от слов.